призрак коммунизма из России все-таки пошел бродить куда-то в другое место. В Китай. Почему? А конечно, там строят коммунизм. А, в Полтаву. Ну, у них как-то по-другому немножко. Сейчас Китай считается же социализм. Грустно на мне что-то за Кубу. Пожилой Фидель с седой бородой. Солнечный социализм. Призрак детства, призрак детства. Мне бы хотелось стать небесным президентом Кубы. Вот бы мама порадовалась.